Валерочка начал мыть посуду в ускоренном темпе после того, как увидел, что я снимаю видео. Какие у вас типы личности? Типа самбини холерик или что? Или по натальной карте? Нет, там делец, лидер. Это не знаем, но... А, да? Да. Я тоже. Так. Планируете свое будущее? Да нет, одним днем живем, похуй. Смогли бы быть в отношениях на расстоянии? Нет. В какой одежде была Женя, в какой одежде был Валера? Когда познакомились, что ли? Наверное, да. Я все помню. Я тоже помню. Ты был в клетчатой этой рубашке. Ты был в офф-вайте. Джинсы черные. Брюки, да, черные. Брюки черные. И ремень свисал. Да, 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 да. И кроссы белые. Угу. Ты? Ты была в этих колготках черных, по-моему. Каких колготках? Ой, пришла в клуб в колготках. А, у тебя были эти джинсы тугие, кофта сверху. Какая? Бежевая. Нет, Валер! Топ, он слив? Что? Боди у меня было черное, блять, а не бежевое. Дурка. Как сохранить отношения, Валер? В смысле, как сохранить? Ну, вообще, не потерять, сохранить. Я завис. Блядь, не знаю, как сохранить отношения. Почему не живете у Валеры? Собираетесь переезжать в далеком будущем? В недалеком собираемся. Угу. Жень, ты думала, что ты входишь в ЛГБТ? Чего? Что ты подумала, когда увидел Женю первый раз? В натуре. Подумал, вот это жопа. Ладно, Валер, ты ее не видел, я передом вообще стояла. Валер. Чудо. Пизда! Нереально. Мы уже говорили об этом все. Но я не знаю, что... Во-первых, я не признал, что Женя блогер, что у нее есть какая-то медийность, узнаваемость. Он вообще думал, что я какая-то лохушка, блядь. Ну так я тоже не думал. Ты так сказал, что так думал. Ну я думал, что обычно девушка, которая ходит по клубам часто. Как он правильно так думает. Как про меня ты думал? Так. Про меня ты так же думала? Что ты будешь отрицать? Я думал, что бомж. Просто хотел пососаться. Как бы назвали детей? Лёлик и Бобик. Как относится мама Оля к Валерию? Ответи. Так ты же знаешь, как она к тебе относится. Нормально вроде, нейтрально. Она очень хорошо к нему относится. Нихуя себе нейтрально. Переживает, блядь. Для Валеры, что ты подумал о Жене, когда увидел в первый раз? Это был уже вопрос. Ну, я подумал опять же, то, что мне было очень скучно, тогда я хотел уезжать. И познакомился с Женей. Я познакомилась с тобой. Ты познакомилась со мной. Точнее, Оксана познакомила нас с тобой. Я захотела и через Оксану. Это сделала я. Рептилия. Я подумал, что я смогу пообщаться, выпить с кем-нибудь. Ну, а потом... Нашел собутыльник. Поцеловались. Хороший вопрос, почему пропускаешь? Какие у вас... Так, что вам в друг друге нравится? Кстати. Ой, я опять в черной футболке. Как будто мне одеть нечего, когда там видео с макияжем. Что нравится друг друге? Мне все нравится то, что ты искренен, то есть всегда говоришь... Ну куда ты ушел-то, блядь? То, что ты всегда говоришь то, что думаешь. Мне нравится, как Женя во мне заботится, переживает всегда. То, что она для меня делает. Да, а тебе что нравится? Ничего! Характер мне у Жени еще нравится, его харизма. Да не-не-не, я шучу. Валерия, что нравится. Да, блядь, ну все, я не могу так сказать, что конкретно. Типа, мне нравится сам человек полностью, и все. Валер, нельзя курить на камеру. Апорт? Ну, типа... Ну, подожди. Это... Сейчас вспомню. Я уже говорила, что мне в нем нравится, вот вспомнила.
Тетя Жень. Валера, когда ты понял? Битва двух лидеров. Валера, настоящий джентльмен наступает. Валера, когда ты понял, что Женя именно та, почему ты пропустил этот вопрос? Тут рядом вопрос от Алины, который перетянул мое внимание. Да. Моя. Алина, ответ да. Так ответ Валера. Я сегодня курю я. Когда я понял, что Женя именно та, наверное, после... После того, как мы переспали. Есть ли что-то, что не устраивает друг в друге? Валера непунктуальный! Это единственное, что меня не устраивает. А Женя вспыльчивая. Чрезмерно. А что это, с каких это пор? Но меня это не устраивает, это просто констатация, так меня все устраивает. Нет такого, что прям что-то меня не устраивало. Я бы тебе сказал об этом уже, но не будет решать. А что вспыльчивость-то, ёпта? А ты не доводи? Не довожу. Да. Своей непунктуальностью выведет из себя, заведет до истерики, потом... Вот это вот зачем? На, из-за зубы ссору. То есть я истеричка? Нет. Да, ты так сказал. Я говорю, ты бываешь периодически вспыльчивой, а не истеричной. Это разные вещи. Это разные понятия, Жень. Одинаковые. Мы сейчас базарим по понятиям. Я нахуй. По понятиям базарим? Да. Кучеряво базаришь. Не поняла. Сейчас. У кого набрался вчера, когда в изоляторе сидел, блядь? Вы за БДСМ? Давай хором. Да! Происходят ли конфликты? Как вы их решаете? Просто порой сложно найти компромисс. По себе судя. Я решаю вот так. Я истерю. Я же истеричка. Истеричка. Давай, говори мне все это. Не ори на меня. Вот, ну. Валера. Что? Как мы решаем ссоры? Да. Ну все же идти друг другу на уступки надо, и все самое главное. Ключ к любви – это идти друг другу на уступки. И все. Неправда, Валер, мы с тобой ругаемся. Ты расскажи мне. А ты расскажи! А ты расскажи! Да как, че, ёпта, договариваться? Ну что-то вот не понимаю. Валера, когда пунктуальным станешь? У меня есть примерные даты. В кратчайшие сроки. Когда увиделись впервые, сразу нашли общий язык или понадобилось время? Я сразу запизделась, я с любым запизжусь. Валера, наоборот, отстраненный был. Он даже подошел, его позвали ко мне, а он, блядь, смотрит на своего друга долбоеба Степу и вообще на меня внимания не обращает. Я просто говорю: пойдем выпьем. Он такой: да, пойдем. И все. И я просто сижу, мне так некомфортно было, но я же девочка, я. Вот. Чтобы никогда не простили в отношениях. Измену. Измену. Что бы ты изменил в Жене? Ничего бы не менял, осталось все как есть. Правильный ответ. Чем тебя так привлекла наша тетя Женя? Такой он в жопу. Валер. Я говорю, характером. Я говорю, жопой. Жопой. Характером. Зови три вещи, которые ты больше всего любишь в Жене. Я просто не хочу повторяться и говорить, жопа. Не, на самом деле... Ее отношение ко мне, ее понимание и, опять же, характер. Как разрешаете... Твою. Как разрешаете ссоры? Пиздимся, короче, вы ебало.
Да, я истеричка. И что? Ай, Биби. Ну, я в основном истерю, ору. Валера всегда спокойный. Вот. Только он беспокойный в одной сфере, какую я называть не буду. И если вопрос об этом заходит, он там что-то себе в прошлый раз, вот, ну, когда это у нас произошло, дискуссия. Истеричен, короче. Он не так понял, что я хотела ему донести. Вот он начал говнить мне. А я уже сидела на нервах, и все. Я как муха на говно. Ну, сейчас поднасру.